Сейчас у нас почему-то оборвалась конференция, скорее всего, что из-за того, что кто-то раньше зашел, сейчас перезайдем, не страшно. Только мне надо будет Елену с Владимиром подключить. Сейчас, одну секунду, как раз все присоединятся. Какие у тебя красивые ландыши. Так, сейчас продолжаем. Только если Светлана сейчас не подпишется, с кем-то другим будем говорить. У вас включен микрофон. Хорошо, Лена, ты сядь, потому что сейчас будет то же самое. Давай, время вешания ограничивают, поэтому... Я не могу. Занято не тем. Так, мы вернулись. Так, Светлана. Я хочу увидеть Светлану, с которой мы сейчас говорили. Гера, Светлана из Молдавии. Чтобы закончить. Так, Светлана, включен у вас микрофон. И Лена. Здесь. Владимир, вы... готовы говорить? Конечно. Да, да. Все, вот Светлана. Только надо... Вас не слышно. Так, что сделать? Микрофон включен у нас? Да, у вас включен микрофон. Светлана, включите, пожалуйста, микрофон у себя, чтобы мы вас слышали. Так, есть. Должно быть слышно. О, вот сейчас слышно вроде, да? Светлана? Да. Вот мой вопрос. Вот эту темноту, вот не хочется осветлить вот этот подмалевок. Уже как пойти на осветление, с вот какие краски там смешать? Когда утемнить, я поняла, там в ваших видеоуроках рассказывается, что надо через кобальт фиолетовый, араратское, с лаком или марсом, там, ну и что-то получается у меня. А вот осветлить ее, мне кажется иногда, что она очень темная, выходит в конце работы выходит очень темная. Светочка, пишите, я вам прямо сейчас буду все говорить. Смотрите, это только для вас я говорю, в данном случае художник, вы художник, и мои вам пожелания. На всех этапах живописи вы должны успокоить свой темперамент заканчивания. У нас лаборатория тихой живописи, поэтому... Знаете слово «фортиссимо»? Мы это «фортиссимо» успокаиваем внутри себя. В вас очень много янской энергии, которая женщина хочет результата. Надо чуть-чуть на каждом этапе успокоиться в сторону тихого разговора. Значит, подмалевок сделали светлый, да?
протираете, еще меньше прошкрябываете, ну, по количеству действий, да, еще меньше кистью работаете, вот здесь самое главное, пастоз кистью у вас очень большой, надо пастоз кистью, напишите себе, 10% всего лишь. Если вы будете делать 90% пастоз кистью, значит, это не эта техника. Дальше, вуальки, 5% всего лишь, очень мало затемняем. Ну, сначала спрятали эти беленькие, да, то, что осталось, да, а потом внутри натюрморта немножко ходим кобальт-фиолетовый Арарат или Марс кобальт-фиолетовый. 7-5%, не больше. Иначе у вас, конечно, красивые картины, красивые, потому что вы такая, понимаете, вы приказываете быть всему красивыми. А живопись любит, чтобы где-то было тихо, где-то было форте, где-то пиано, где-то спокойствие, где-то приказ. Вы понимаете, на контрасте. И вот поверьте мне, 45-летним опытом, что тихая живопись быстрее доходит до сердца зрителя. А если вот вы так это прямо методом приказа, будет красота и все, значит, зритель может спрятаться, испугаться, потому что наши зрители – это люди очень чувствительные и тихие, и спокойные. Интеллигенция внутренняя такая, знаете? У нас нет нахального зрителя, понимаете? Поэтому вот это мое пожелание. А если хотите высветлить фон, вы имеете право. Вот я сейчас вам покажу одну работку. Вот, допустим, вот этот вот веер, да? Ну, допустим... Ну, вот он, да? Ну, допустим... Давай я буду держать. А ну-ка, покажи. Я вижу. Вот, да, я вижу. Вот, Светочка, допустим, этот веер, да? Прошла и вуальками, и везде, и теперь я чувствую, что где-то после вуалек надо немножко фон высветлить. И где я его высветляю? Тот же кобальт-фиолетовый Арарат, только уже с белилами. Вот, видите? Вот здесь, рядом с падающей тенькой, я высветляю немножко некоторыми спокойными мазочками. Знаете, сухой кистью вот так вот. Чуть-чуть. Ну, вот так вы объясняете в видеоуроках там по по сантиметру. Один правило на один сантиметр. Да. Вот этими, как сказать, вот этими... Тупыми мазочками вы бегаете возле своей работы и чуть-чуть высветляете голландский принцип. То есть рядом с падающей тенью фон должен быть чуть-чуть светлее. Но постарайтесь эти мазочки светлые вписать в этот подмалевок, чтобы они не были, ну как вам сказать, краской, а чтобы они были все-таки, знаете, частью этой высветленной территории, допустим, глинобитной стены. Вы имеете право после вуалек еще чуть-чуть маслом походить. Но только немножко, здесь вообще 2%. У меня вот эта проблема с фоном. У меня в другой технике я пробовала, там все равно фон у меня все заклинивает. Я не знаю, как его это вот связать с... Это еще один вопрос, отвечаю. Когда мы делаем фон, мы сразу пишем воздух нашей картины. Мы должны перед внутренним взором все понимать, что мы там нарисуем материализованного. А подмалевок — это воздух всей картины. Вы помните, как мы, когда пишем подмалевок, мы очень думаем о том, что там будет нарисовано, на каком месте? Это да? Сначала надо... Да, карандашом, и перед вами должен стоять натюрморт, обязательно. Никогда не пишите с картинки. Хоть чуть-чуть, да, вишня, насыпьте вишню на стол. Допустим, виноград, гроздь винограда перед вами должна висеть. Натюрмортный фон у вас должен... Ну, из вот это вот у меня почти все, только вот эта бочка у меня тут, это уже я из, не знаю, видно... Это уже с головы
это уже тоже из что-то там увидела, что с головы, вот это тоже с головы, это я поставила натюрморт, вот это тоже. Вот Светочка, это... будьте да, послушны, что-то... будьте послушны, рана из головы. Люди не поверят, вы должны хотя бы достоверно по Станиславскому людям доказать, что это яблоко можно укусить и понюхать. Поэтому, если вы рисуете предмет, он должен быть перед вами, Цветуля. Поняли? Перед вами. Вы должны его стяжать в свой холст. Как только вы начинаете гнаться за красотой, забывая о слове «верю», то и зритель тоже не поверит. Вы понимаете, мы должны это яблочко, понимаете, вот просто, дай нож, Вовочка, да? Если разломанное, то оно должно пахнуть, перед вами лежать. Вы тогда туда его. Поэтому если у вас пазл отсутствует с натуры, то, извините, и в картине тоже. Ну, поймите, что, знаете, сейчас вот онлайн-спектакли, да? А люди умные говорят, мы не пойдем на спектакль онлайн, потому что нам надо знать, как зритель что чувствует, когда он видит в натуре этот спектакль, допустим, в МХАТе, да, или в каком-нибудь другом уважаемом, в Мариинке, в театре. Люди идут на спектакль, чтобы знать, что это единственное неповторимое будет движение актеров, в которые он верит. Вот яблочко, смотрите, разрезали, оно пахнет. А если вы, вот у меня нет этого яблочка, да, допустим, и я вдруг решила его нарисовать. Я начинаю его рисовать, оно мне не позирует, я не чувствую его форму, его аромат, его запах, и я не смогу это дать в картину. Обязательно, тем более, что у вас Молдавия, у вас там такой благодатный край, идешь там, то бабы виноград продают в корзинах, то какая-то вишня. Очень благодатное место для того, чтобы все это красивое, то, что дает земля, перерисовать. Но помните, с натуры. Хорошо, Светочка, пообещайте. И тогда подмалевочек будет гениальный, когда рядом будет лежать то, что вы делаете. Собирайте натюрмортный фон, там можно у вас на блошиных рынках подкупить. И что это такое? Светонька, все понятно? Улыбайтесь побольше, напряжение снимайте. Вы замечательная художница. Спасибо. О, да художница еще далеко. Нет, недалеко, Свет. Только будьте послушной. Будьте, пожалуйста, послушной. И потихонечку начинайте переходить на человеческие образы. Потому что, ну, натюрморты, как вам сказать, это малая часть того, что может обхватить ваше вот это всеобъемлющее. Вы хотите обнять собой весь мир. Да наброски тонкие, с подруг, там, с друзей, просто набросочки. Да, у меня есть, я работала и в это вот, но сухой кистью. И немножко и это вот, и делала в цвете. Ну, как, практика и практика. Мне очень вот нравятся даже работы Владимира. Вот эти вот, потому что у меня есть возможность, я много лет в Италии нахожусь, сейчас дома вот попала на карантин. Там вот эти вот, у них же много вот этих старых зданий, как бы там эти вот. Я просто... Ну, вот разнообразие и архитектуру поделаете, конечно. Сейчас идет... Крутая лестница в небо. Подсоединяйтесь. Сейчас идет очень крутой. Ами люди, ами архитектура. Вот лестница в небо. Курс. Вот я вообще в Вероне, в Венеции там. В Венецию там я сфотографировала, наверное, все эти вот их, не знаете, там же много вот этих разных их. Даже самые маленькие вот такие там где-то на калитке что-то там их архитектурные вот эти вот. Ну, не знаю, как вы Ну, вы арт-объекты, прелестные арт-объекты. Вот. Да, Эти, да. В Вероне. Я много в Вероне, и вот начала там эту арену. И вот что вот интересно. Вот как я... Где-то есть эта картина, я ее не нашла, не знаю, где-то.
вот что интересно. Я начал ее там шкрябать, вот это вот. Все красиво. И вот этот момент я заметила много на всех картинах. Какой-то переход есть, какой-то вот этот вот. Когда начинаешь уже все, а нет, не так, здесь не так, вот еще добавить здесь, вот здесь добавить так. Короче, в конце выходишь, что там уже все заляпано, все закрыто. Но вот эта красота, вот это именно ваша красота, что вы там вот это вот, чувствуется, было. И потом я жалею, что я уже все... Уже даже этот фон, вот этот подмалевок, он выходит у меня. Я стараюсь там, чтобы вот эти вот ниточки, как они, там вот это, что не слишком много краски, чтобы оно там было и чуть-чуть светлее, и чуть-чуть темнее, и с фумато вот это, и, короче, и в конце, не знаю, что нападает. Все вот это вот даже, вот это вот, в конце она вышла, что тут никакого фона нет. Что, хороший фон? Она заляпана не знаю сколько раз. Не знаю, сколько раз она заляпана уже. Ну, то, о чем вы говорите, это не хватает отбора. То есть вы главное и второстепенное не успеваете отобрать правильно. Это с опытом придет. Ничего страшного. У вас красивые работы. Вот. А отбора немножко не хватает. То есть вы все делаете главным, вот то, о чем Лена говорит. Поэтому у вас все яркое. А вы же знаете, что будет работать только тогда картина, когда вот есть форте и есть пьяно. Да? Тогда ну, на главном сосредоточьтесь. Тут как бы вот такой, что я могу посоветовать? Даже такой просто технический прием я все время советую. Отодвинулись, прищурились и общую картину увидели. То есть этот контроль, как правило, не делают начинающие художники. Постарайтесь вот всегда, вот главное и второстепенное. Вот здесь вот есть, да, оно вроде бы и расплавлено все, но потому что вот композиционный центр, две диагонали проведем, и вот взгляд зрителя вот здесь сосредотачивается. Все остальное второстепенное, понимаете? Вот это ваша главная ошибка, что у вас все главное. Ну, это и может быть и плюсом, Светочка, да? Елена, я буду передавать слово уже следующему. Светочка, продолжайте в том же духе. Успехов, Светлана. Спасибо большое, спасибо. Дай Бог здоровья вам. Может, встретимся. Может, приехать в Одессу туда вам. Мы вас ждем всегда. Даже в Грибовке, в Одессе. Приезжайте с удовольствием. Татьяна Шведа будет сейчас доступна по звуку. Включаю звук. Светлана, спасибо. Звук я вам выключаю. Татьяна, вы на связи, здравствуйте. Слышно меня, да? Слышно, чуть-чуть громче надо. Ой, здравствуйте, Танечка. Здравствуйте, я была у вас два года назад на мастер-классе. По-моему, улицы, старые улицы Леонардо, что такое. Танечка, вы из какого города? Винница. А, вы из Винницы наша. Да. Вот, и очень рада вас снова увидеть. И, значит, последняя работа, которую вот я хочу сейчас вам предложить, ну, скажем, на общее обозрение и на консультацию, та же у меня проблема. Я не могу остановиться, скажем так. И в основном у меня, я люблю работать мастихином, и все пастос такой, прям конкретный пастос получается. Угу. Ну, конечно, ваша техника очень покорила уже года 4 как назад, и стараюсь все следовать, но вот имеем то, что имеем. Во-первых, у меня все работы такие более пастозные, скажем так. Вот. Но сейчас, в данный момент, из натуры были только подснежники. Но остальные тюльпаны, получается, я не знаю, видно или нет. Видно. Все сейчас будем обсуждать. Вопрос, Танечка, ваш. Вопрос. Значит так, у меня в основном у меня все вопросы по насыщенности цвета. Вот в ваших картинах, я просто, не то, что я без ума, именно у вас насыщенность идет вот это, допустим, горшочек, да? И вот если я хотела бы сделать его красивым, насыщенным, изумрудно с желтым, с кадмиевым цветом, так у меня получается, я боюсь испортить его. То есть мне уже нравится начально вот протирка, все, он как бы под старину. А дальше я хотела бы немножко насыщенности, но она не получается.
Да, смотрите, я вам говорю, кто вы, судя по одной работе. Вы импрессионист, Таня. Вы чувствуете, да? Мне так, да. Вы прямо купаетесь в этом всем световоздушном пространстве. Вы выплескиваете свое эмоциональное состояние. Это очень круто. Но наравне с вашим талантом импрессиониста вам надо привести в порядок интеллектуальную составляющую, пишите себе, интеллектуальную составляющую вашего произведения. То есть то, что вы написали, могла сделать только женщина. А помните, мы всегда с Володей вам говорим, мы должны укреплять свой интеллект. Понимаете, для того, чтобы иньская и яньская энергия смешались в этом произведении, туда надо немного интеллекта. Значит, первое в интеллекте, что надо сделать? Вы цветовичка, несомненная, но вы злоупотребляете чистыми белилами. Такой краски нет. Напишите себе, белилу чистому тире нет. Я это слышала много раз от вас, да. Вы как пастозница и как импрессионистка, которая вписывает, это плюс ваш, несомненный, который вписывает эти предметы в подмалевок, оно прямо вот так пышет. У вас нету люфта поднятия краски. Вы нет. Сразу начинаете пастоз. Да. А пастоз надо начинать после того, как вы протерли, процарапали, интеллектуально процарапали, да, горшек. Формы нету, интеллекта не видно, а если бы при таком взрыве эмоций, да, и, как вам сказать, такого, знаете, любвеобильного объятия всего этого живописного пространства, у вас была бы территория интеллектуального правильного действия, вот как архитектура, да, было бы абсолютно дороже эта работа. Понимаете? Она бы и для мужчин тоже была бы. Пишите. Формы. Кое-где, Танечка, не везде. А хотя бы на переднем плане вы должны человеку показать, что такое тюльпан, как архитектурное строение. Я пыталась тут, конечно, но это намек. Не показали. Я понимаю, вас распирает ваш такой вот талант, вы хотите прямо его сейчас прямо заявить. Но поймите, этот талант будет виден на контрасте с интеллектуальной составляющей, нижнюю. Ага. Вот сейчас Вова принесет одну работку. Ну как, тоже не пример, но если бы мы не показали на этой розе конструкцию этого цветка, то мы бы не смогли и ее аромат показать, понимаете? А ваш плюс, он будет блистать, если кое-где вы покажете конструкцию. Так, вот работка. Значит, были сливы, виноград и семеренко. Остальное я, извините, украла у вас, естественно. Ну, как бы, очень мне нравятся эти часы. Я прямо вот не... Так, это следующий вопрос, да, Светочка? Танечка, это следующий вопрос. Татьяна, смотрите, будем дальше работать с тем же самым интеллектуальным наполнением. Сливы с яблоками нельзя, это две разные территории. Вот сливы растут осенью, да, вот, в конце лета, осень. Яблоки растут зеленые в начале лета. Это не совместимо. Они друг друга перетягивают. Вы, если посвятили сливам, значит, все. Значит, надо только со сливами работать. Это интеллектуальное составляющее. И все делать для главного героя. Главный герой сливы, да? Возможно, немножечко винограда положить. Можно. Да? Но яблоки это уже другая территория, поймите, интеллектуальная. Значит, вам домашнее задание. Значит, во-первых, вы должны какой-то курс, если есть возможность, у Паши выпросить. Ну, вот как раз в этом и проблема, да. Я себе... По сравнению какой-то курс и какой-то маленький
может быть архитектурный, да, чтобы вы поняли, что каждый предмет имеет интеллектуальную составляющую, не только эмоциональную. Хотя держитесь за свой этот талант, он замечательный. Можно, конечно, остановиться на нем. Вот, пожалуйста, давайте. Это да. Яркое. Давайте. Несомненно, яркость несомненная и такая янская и положительная. Что наверху, физалис? Да. Да. Вот, натюрморт был бы замечательным, идеальным, если бы вы перестали злоупотреблять белилами. Это как бы типа облака. Облака и драпировка должны быть мало. Такого цвета в живописи нет белил. Белила нам нужны только для блика, запомните. Ну, посмотрите, какое эмоциональное у вас прекрасное состояние. То есть вы состоявшаяся художница, вас надо чуть-чуть подправлять, чтобы вы дошли до, как вам сказать, замечательного результата. Сейчас еще архитектуру покажу. Давайте. Последнее. У нас наша достопримечательность есть в нашем городе Винница. Башня. Да. Ну, может, вы были у нас в Виннице, знаете, у нас есть такая водонапорная башня, она очень старая, и все ее художники пишут. И, ну вот, как бы, у меня тоже целая серия таких башен есть. И вот это моя. Вы сейчас с нами вместе работаете по башням, только в своем направлении. Да. И... Винницкий джаз у меня такой. Да, ну, может быть, конечно. И смотрите, необходимость друг другу. Фон должен быть необходим башне по цвету. Башня должна необходимо быть людям этим. Люди должны быть сделаны с натуры. Если люди сделаны с фотографии, это сразу видно. Понимаете? И сразу зачеркивает работу, как вам сказать, ценность художественную. Значит, начните, если вас интересуют люди, начните делать наброски. Вот целая пачка специально я принесла. Как нас люди не интересуют вообще? Ну, как бы, меня очень не только... Тогда и не делайте их. Они заинтересуют вас позже. Но, Вовочка, что ты с архитектурой скажешь? Ну, такое, я знаю, что там... Такой вариант тоже возможен. Просто вот хотелось бы... Я бы их немножко расплавил, людей. То есть главные герои, нет главного героя. И люди главные, и башня главная. Да. Что-то должно быть главнее. Это джаз, ну такой. Ну мне джаз нравится. Отлично, как тематика супер, да. Вот, ну. Все, Татьяна, идете в джазовый клуб и делайте наброски с джазменов. Поняли? Да. Главное под хорошую музыку, чтобы было. Джаз и это супер. Еще. Последний один вопросик, пожалуйста, давай. Пожалуйста, ну, очень быстро. Можно ли дописать готовую работу, скрытую лаком? То есть я считаю, что она не закончена вот на том этапе, в каком она вскрылась лаком. Можно ли ее дописать? Только кистью. Да? Ну да, понятно, да. Дописать можно, только смотрите, если вы будете еще раз скрывать лаком, она может немножко потемнеть. Поэтому надо это учитывать. Я поняла. И вскрытие лаком идет, это уже когда вам картина уже скажет все, взяла все от художника, тогда вскрываете лаком, и если это ваше, подписываете. Вот, Татьяна, смотрите, вот у вас и башня, и джазмен с саксофоном, они одинаковые по массам. Такого не должно быть. Они одинаковые по ширине, по высоте. Должны были сделать, допустим, джазмена вот с саксофоном чуть меньше. И тогда было бы... нормально, как бы читалось бы, что главный герой – башня, а люди, как бы музыканты, они уже как бы участвуют вокруг этого архитектурного объекта. Хотя композиционно вот вы разместили очень, очень хорошо. Да. Тут пианино, как, ну, вот идет, клавиши. Помните об интеллектуальной составляющей. Но здесь интеллект как раз очень хорошо. То есть как бы подошли с... Я вообще очень эмоциональный человек. Если я вижу. Это видно по экспрессии. Это экспрессион называется. Я хочу на минуточку сказать. Тут, ну, на том мастер-классе, я помню, когда вы зашли и спрашиваете, вы волнуетесь? Я говорю, волнуюсь. А вы так, ну, подняли, ну, морально дух, все, заставили, ну, скажем, поверила в себя. Это
волновалась не потому, что там получится, не получится, а волновалась вообще перед встречей, ну, как бы с вами. Для меня вы вообще, ну, богиня натюрморта, вот так я бы сказала. Потому что вот то, что я нашла в интернете, это все, это я, у меня поделила жизнь до и после. И все, теперь я вся ваша на веки. Хочется живьем, чтобы отточить ваш талант, надо живьем, причем летом, когда импрессион имеет право быть, когда ромашки, когда вот эти все маки, когда все это, когда вы расцветете. А зимнее время посвятим интеллектуальному наполнению. Вот я-то как раз только приехала недавно с Одессы, полтора месяца была как раз там, ну, на Лозаннуке, у меня сын живет. Я бабушкой стала, и, ну, никак не получилось туда к вам вырваться на торговую. Ничего, так. Ничего. У нас еще впереди много мастер-классов будет, главное, чтобы закончилась вся эта ситуация с карантинами. Да. Татьяна, спасибо. Буду спасибо передавать вам. Дальше. Надо немножко сузить нам. Я выключаюсь, да? Я вам звук отключу. Вы можете наблюдать дальше за работами других участников. Я пока попрошу всех участников. Вы пока ждете, пожалуйста, переименуйте на имя и фамилию свои аккаунты в Zoom, чтобы мы понимали, ну, заранее у нас составляется список, чтобы мы понимали, с кем мы общаемся. Я сейчас передам слово Наталье. Наталья, не слышу, есть ли звук, скажите нам что-нибудь. Да, у меня есть звук. О, Наталья, хорошо. Все, ой, мне... Наташа, узнаем. Наташа, фамилия ваша? Мамакова. Ага. От слова мама, не забудете. Это вы Байкал? Да. Ой, и вы монументальный пейзаж. Я запомнила вас. А знаете почему? Потому что мы не умеем монументальный пейзаж. Будем у вас учиться. Так, Наташенька, ну говорите, покажите парочку работок, давайте вопросы ваши. Вот я по дереву любви. Так, вот оно и монументально у вас. Да, но он достаточно... 60 почти на 70, чуть поменьше. Отлично. Вопрос ваш есть по этой работе? По этой вопрос по подмалевок. Подмалевок мне это нравится. Второй слой. Просто первый я начала как бы стирать, ну, видимо, сильно много. Угу. Видимо, холст краску забрал. Но пришлось второй делать. Мне нравится, да? Но по цвету нормально. Мы просто не знаем, какого качества холст. Если он плохо загрунтован, он может подъедать краску. Холст льняной. Надо брать не льняной, а... Лучше хлопок мелкозернистый. Лен все-таки он имеет такие узелки и структуры. Да-да-да, вот может в этом была суть. Ну, смотрите, Наталья. Я еще не доделала. Стоит доделывать там мелкие клетки. Да, насытить информацией надо. Маловато информации. Более мелкие какие-то предметы, какие-то аксессуарчики, какая-то птичка сидящая. Оно насытит информацией, будет интереснее для зрителя. Так, я вам сразу говорю непростительную ошибку. Я ее сразу увидела. У вас нет промежуточных... промежуточных территорий веток. То есть у вас большой ствол, который, возможно, вы не поняли, что это дерево. Да? Но, ладно, оно будет, пусть будет такой, да, ствол, он монументальный и хороший, но для того, чтобы вот такие изящные ветки пошли, надо немного дать промежуточных веток. Не может быть такой ствол и сразу же мелкие ветки. Дайте, вырастите промежуточные. У вас бабушки, а потом сразу дети. А мамы, папы отсутствуют, хорошо? Хотя бы парочку. Наталья. Кстати, они были здесь. Я их просто начала убирать. Вот они тут были. Смотрите, вам надо мам, пап, тетушек дать хоть немножко, да, снизу чуть-чуть начиная. Пусть они сотрудничают больше с этой хорошей монументальной бутылкой. Она хорошая. И фон замечательный. Когда вы сделаете мам, пап, тетушек, дядюшек, вы тогда перейдете.
яслям, к детскому саду в самом верху для уюта. И человеческий фактор немножко, что-то там происходит, где-то какой-то пастух лежит или девочка прыгает, хоть немножко, да, человеческого или animals фактора, или животное какое-то, какая-то лошадка пасется, хоть немножко у корней деревьев, а работа замечательная, надо ее интеллектуально закончить. И помните, каждая ветка – это цилиндр. Да. Еще вопросы, Дашенька, вопросы. Покажите парочку ваших пейзажей монументальных. Где там наш Байкал? Байкал, вот. Байкал один. Я просто раздарила Байкал уже. А зачем раздарили его? Он прекрасный. Девочкам. А, вы раздарили. Да, да. Вот, посмотрите, это ваше, да? Вы чувствуете территорию планеты, вы ее обнимаете. Я вам советую просто с карандашиком и с блокнотиком зарисовывать монументальные кусочки пейзажа. Вот вопрос по... Ага, покажите. Калина? Да, вот. Лочка, скажи мне. То же самое, что Света говорила. Фон. Два или три раза я его переделывала. Я не могу прошкрябать. Ну, до белого. Это холст. Из-за чего? Из-за холста? Конечно. Но это даже не холст, это... Можно я вставлю 5 копеек? Вы знаете, я же являюсь основным связным, я и мои помощники, между вами, нашими студентами и подписчиками, и Еленой с Владимиром. Я, наверное, фильтрую 95% сообщений, которые доставляют до Елены и Владимира, связанных с вот этим вопросом. Начните с поиска качественного холста. Если в регионе нету фирм, которые продают качественный холст, хорошо загрунтованный, значит, я всем рекомендую вот этот короткий урок Владимира Ильичева, как подготовить и загрунтовать холст. Там все очень просто или элементарно. Там и желатин, и все остальное. Вот. Акриловый. К сожалению, да, к сожалению, со всего мира мне пишут люди. Вы себе просто не можете представить. С таких мест, что я даже о некоторых странах и не знал. И да, люди сталкиваются с тем, что им приходится искать просто ткань. Мы, например, вот берем двунитку, да, двунитка, Владимир вот может подробнее рассказать. А вообще, конечно, очень много всяких китайских холстов, которые просто как бумага, естественно, вы на них ничего не прошкрябаете. Вот, и краска вся туда уходит, разворачиваешь холст, с другой стороны там уже вся эта краска вылезла. Мистические холсты, которые, конечно, нужно, от которых нужно отказываться. Все, Владимиру передаю трубку с Еленой. Трубку. Я буду разговаривать с нашими студентами и потихоньку показывать библиотеку, которую надо собирать. Примерно я свою с Володей показываю библиотеку. Вы собираете свою библиотеку. Так, Наташенька, продолжаем. Вопрос, но сейчас я вам говорю ответ по вашей Калине. Значит, смотрите, дайте я вам скажу огромный комплимент. Вы из-за того, что вы монументалистка, пейзажистка, в чем я не сомневаюсь, вы выработали свой почерк непохожести на Ильичевых. Посмотрите, какая у вас Калина стильная стала. Вы понимаете, вы женщина-стиль. И вот из этого, то, что у вас не получилось, картина стопроцентное современное искусство. Скажи, Вова, круто! Она просто по пластике, круто. Сами вот эти грозди, они настолько закомпонованы интересно, вот, что ну, она очень сгармонированная. Да, я хотела ее уже это... Нет, ни в коем случае! Да. Это прекрасная работа! Единственное, попрошу вас, вы не вскрыли лаком еще ее? Нет. Возьмите, я еще хотела... А что нужно, чтобы беленькие-то появились эти... Возьмите, пожалуйста... лезвие и лезвиком шкребаните немножко калину. Хоть немножко попробуйте.
вот, сверху шариками, чтобы показать, что это не кровавые пятна, а что это просто ягодки. А, есть! Отлично! Еще немножко! Еще немножко! И, смотрите, у вас нету связи с фоном, да? Значит, что делаем? Берем цвет калины, да, допустим, кадмий красный, охра золотистая, с белилком, и чуть-чуть сухой кистью трогаем фон. Как будто бы аромат калины пошел на фон. Ну, цвет калины, кадмий красный, охра золотистая, белила. Сухой кистью, вот так, знаете, плоскенько, трогаете фон там, где вы считаете нужным, как будто бы калина пахнет. Понимаете? На фон. Чтобы фон не был из одной территории, а калина из другой. Да? И немножко успокойте падающие тени чуть-чуть. Спокойствие чуть-чуть туда. Той же охрой золотистой с кобальтиком зеленым потрогайте немножко, чтобы это не были чернильные пятна. А по монументальности и по композиционному строю просто, ну, загляденье. Эта работа замечательная, понимаете? Спасибо. Вы вырабатываете уже свое, потому что вы изначально, у вас штамп талантливого монументалиста. И вот вы действуете. А если какой-то еще вопрос есть, говорите, и будем переходить дальше. Давайте коротко, чтобы мы успели со всеми поговорить. У меня был вопрос по лезвиям. Вот вы все время говорите, нужно их менять. Почему? Потому что мы не получаем, если мы пишем, допустим, ну, я считаю, что лезвие – это тоже живопись. Вот я у старых мастеров это учусь. У них графика. У них графика как будто бы живопись. У них, понимаете, у них различные графические материалы, как будто живописная ткань. И они так работали этими своими итальянскими карандашами, чем еще чернилами, чем еще соус, сепия. Они так работали, как будто бы живопись. Понимаете? Поэтому, когда мы шкрябаем, мы получаем истинное удовольствие, как будто бы это последний слой живописи. Вы на шкрябке можете остановиться, если вы к ней будете относиться как к живописной ткани. Вы понимаете? В разные стороны, осознанно. Вот даже вот эти ягодки будете делать, как будто бы вы трогаете. Ну, обязательно перед вами должна быть эта гронка или калины каких-то других ягод, чтобы вы стяжали оттуда энергетику этих ягодок. И вы тогда на кончике острого ножа, тупой нож не дает кайф и не дает возможности вам походить по этой ягодке, как будто бы вы ее трогаете. Да, пальпируем кончиком ножа каждый предмет. И запомните, что шкрябка должна быть 10%, не больше. Хорошо? Я все показываю вам, как надо учиться у старых мастеров. У меня 12 томов рисунков старых мастеров, которые просто вот когда открываешь они... Сейчас Вовочка покажет вам дерево, которое надо продолжать. Вот дерево знатного рода. Надо продолжать ваше дерево до информационного насыщения. Я понимаю, что вы хотите разговаривать мало и о многом. Но люди хотят завершения фильма. Они хотят завершения романа. А вы, если хотите, чтобы лучше было видно, вы можете на иконке, вот где Елена рассказывает, нажать правой кнопкой, и там есть «Закрепить видео». Тогда видео становится на весь экран, и лучше будет видно. Наталья, спасибо, я буду передавать дальше. Да-да-да, спасибо огромное. Наташенька, счастливо. Ирина Вишневская, Ирина Вишневская, включаю вам звук. Здравствуйте. Слышно? Здравствуйте, Ирина. Сейчас мы вас запишем, вы откуда к нам? Значит, я из Софии, первый раз с вами, очень волнуюсь. Ради Бога. В общем, мы с вами не встречаемся.
мечтаю к вам поехать, но пока не получается. Вова на болгарском с вами будет говорить. Пожалуйста, приезжайте, будет отлично. Значит так, я уже с вами года 3. В общем, я тут поставила картины. Ну, видно, что я, в общем-то, стараюсь в вашем стиле рисовать. Не очень получается. Вот, скажем, первые картины, там вы там про хризантемы рисовали, это я попробовала по-своему как-то поставить все это. Но это старое, я тут вижу недостатки сама даже. Пишите вот работу, которая вам самой нравится. По-вашему тоже видно, ну, композиционно тут что-то слишком высоко у меня заехало все это. Это по вашим, как говорится, стопам. Вот это, когда вы рисовали вот этот розовый... Розовые. С двумя девушками. Ну, у меня не было такой возможности. Я, в общем-то, вот таким образом... Ну, она какая-то маленькая, но мне очень нравится. Она как-то цветовую что-то получилось. Можно что-то еще там сделать. Вот это какая-то последняя маленькая. Я тут нарисовала розочку так по вдохновению. Вот это недоконченное. Тут, Подойдите мне ближе эту большую. Здесь всего много. Да, это озеро Гарда, Сермионе. И, в общем, я ее так скомпоновала, чтобы там лимонов много было. Но она недоконченная. Тут надо все блики, не знаю, что. Но, в общем-то, что-то я еще там с ней надо сделать, да. Вот. Вопрос ваш. Так, я сейчас тут только последнюю еще покажу, которая уже моя совершенно по композиции. Тут смысл тоже много, там ваши часы тоже мне нравятся, свои часы тут, ангелочек, роза, что-то недоделано. Тут свет был из окна, так что свечка не очень, как говорится... мало от нее получается, да? Что-то тут надо еще сделать. И в основном вопрос у меня по вот этой недоконченной работе, тоже мой, она большая, тоже моя. Вот тут мне и вот основание не нравится, и что-то с фоном у меня не так. Я прям не знаю, что тут сделать, доделать, в общем-то, с этой... картины, чтобы этот фон как-то более заиграл. Она что-то... Так, это ваш вопрос был, да? Смотрите, Ирочка. В основном вопрос мой, правильно ли я двигаюсь из всего. Смотрите, несомненно. Еще. Домик хороший. Да. Хочется сейчас весенний такой нарисовать, да. Замечательно. Ага. Вот эта работка последняя, замечательно. Домик вписан в пейзаж. Да, и там свет прям светится, когда в полутьме смотришь на нее, прям светится вот это, вот очень приятно. Вот она висит, и я прям не знаю, что с ней сделать. Может, посоветуете? Ирочка, давайте, буду говорить. Будете записывать, что говорю, или запомните? Да? Запомню. Смотрите, Ирина, вы, несомненно, очень талантливый человек, очень талантливый. У вас столько много, вы хотите обо всем рассказать человечеству, об очень многом, но ошибочка в единственном, вы-то рассказываете хорошо и правильно, но вы сразу в этой работе и детскую сказку рассказали маленькую, и философскую идею какую-то, допустим, какого-то философа, да, и тут же и «Войну и мир» написали. То есть у вас смешение информационной составляющей. Ни в коем случае нельзя разные информации давать в одну композиционную схему. Человек теряется, он не знает, или ему нюхать хризантемы, или ему эту птичку, да, погладить, или ему разломить гранат, понимаете, или ему эту вазу взять, поднять, да, она тяжелая, хорошая ваза,
она, из какого века? Она должна, я не верю, что она вам позировала. Вы немножечко, вот недаром перед тем, как вы эту работу показали, вот тот домик, там была идеальная информационная составляющая. Да, Вовочка? Да. Мало. И посвященная этому домику, да, там возле озера, или это домик лесника, там можно разговаривать. А представьте себе, что вы вокруг этого домика пустите, допустим, хоровод каких-нибудь танцующих людей. Этот домик не будет работать. А так мне хочется зайти в тот домик. Мне хочется понять, для кого он. То есть начальная информационная составляющая должна быть главной. Вот, допустим, вот эта работа. Самое главное, что вам здесь позировало и ради чего вы ее начали. Отвечайте, Иронька. Отвечайте. Ну, в общем, у меня хризантемы были, я сама их вырастила, в общем-то, поставила. А я не хризантемы. А потом уже купила все эти вот тыквы, а потом еще совут сюда при... Вот, вот, смотрите, Ирочка, вот, вот начнем осенний с того. Осенний такой, да. Да, осень, несомненная. Тогда почему сзади дымка зимняя? Почему, если ну, это осень? Вот я ощущаю, мне этот фон не нравится. Вот, но смотрите, с этой работой вы уже ничего не надо делать, там уже много чего рассказано из разных областей, хотя вы хотели осень делать. Но следующую работу, во-первых, не начинайте такой большой холст. Во-вторых, возьмите 40 на 60, да, или 50 на 50. Там, где вы сможете рассказать очень многое об чем-то одном. Ну, допустим, хризантема, да. Вы ее вырастили. Она стоит перед вами на столе. Это очень важно. Ни с каких фотографий, никакого воображения вы пока не работаете. Работаем только с натуры. Запомнили это? Вы вырастили хризантему, поставили ее себе на стол, да? Вы ее написали на холстике, да? Вы попытались, во-первых, понять ее конструкцию, попытались понять ее аромат. Вы попытались понять ее уходящую в тень грацию и пластику, да? У вас это есть, да? Но все-таки вы должны ее разрезать и посмотреть, откуда эти листья идут, да? Как она конструктивно идет, да? И почему там через кобальт фиолетовый это все действует, да? Сделали это. Потом только вы начинаете у хризантемы спрашивать. Хризантема, а можно я положу туда маленькую, допустим, маленькую тыквочку какую-то декоративную? Хризантема говорит, нет, я здесь главная, ничего здесь ни такого не будет. И даже у хризантемы спросить, можно ли вас, мои любимые хризантемы, поставить в такую агрессивную вазу? Хризантемы скажут, нет, эта ваза меня затмевает, поставьте меня в обычный штоф стеклянненький, чтобы показать мои череночки. Во-первых, чтобы показать мои листья. Хризантемы не могут быть без листьев зеленых. Иначе они делаются пластмассовыми и, как вам сказать, немножко неправдоподобными и сказочными такими. Знаете, как сказочная иллюстрация. Вы знаете, что сначала мы пишем предмет, а потом... Он из картины нам разрешает что-то подсоединить или не разрешает. К этим хризантемам было бы хорошо фон противоположный этим хризантемам. Да? Mm-hmm. То есть мы всегда думаем, если они холодные, да, и такие фиолетоватые, значит, кто противоположный фиолетовому цвету? Да? Оранжевато-оранжевый. Вот это тыква ваша, да, это противоположность. Угу. Но тыквы – это другая информационная составляющая. Граната еще другая. Вы поняли, да? Угу. Не надо сильно много вещей, но, как в том домике, главное сделать на пятерку. Остальное чуть-чуть подтягивать, но точно быть уверенным в этом. Ответила? Поняла, поняла. Спасибо вам огромное. Эту оставьте. Пусть будет такая работа тренировочная. По крайней мере... Может, что-то подкрасить тут еще. Вот, верите? Оставьте ее. Пусть она будет как поток.
можете, ну как, информационную составляющую для нескольких работ. Угу. Да, где главное будет дерево с птицей, да? Потом там, где главные будут гранаты. Вопрос еще. Давайте с телефоном. Дайте мне этот телефон, пожалуйста. Телефон, да. Телефон, пожалуйста. Есть предметы, которые мы не рисуем в натюрмортах. Ага. Ну, такие предметы, как телефон, он самодостаточный, как бы сам по себе является уже утилитарной вещью, которую, ну, не стоит рисовать. Можно, конечно, но не стоит. Лебедь это тоже, да? Это он... ангелочек, в общем-то. Да, ну вот лебеденка, вот, ангелочек. Это вот, это, знаете, произведение искусства, вставленное, ну, оно уже все сказало, это произведение, его нельзя, ну, еще раз повторять, это как съели еду, а потом, ну, подбежали и еще раз доели ее, еще раз переживали. Хотя вот цветовое решение мне очень цвет нравится. Цвет красивый в этой работе. Цвет красивый, и вот фон очень красивый с этими часами получился. Да, вы его разбили на такие пиксели, такие, такой формы, и вот оно как бы вот фон там самое красивое. А все остальные предметы немножко разрозненные, сами по себе живут. Ну, вот это вот как восприятие со стороны, потому что у меня была идея, у меня это все связано в мозгах, потому что это по одной песне, что телефон все время нас связывает, телефон нас делит, и это как раз от одного друга, который умер, и, в общем, осталось вот это воспоминание телефона, ангелочек, потому что его нету, свечка тоже, вот и часы, которые разделены пополам. Вот это была моя какая-то внутренняя идея. Но как восприятие извне, в общем-то, видно, что оно воспринимается как-то по-другому, да? Ну, естественно, это как бы ваши личные переживания, и вы сделали картину для себя, это очень замечательно. И mm-hmm. она имеет право на жизнь, и отлично, что вы так... Вот не всегда должна быть картина для кого-то. Она mm-hmm. может быть для вас или для узкого круга ваших родных и близких. Да. Поэтому понятно. Совершенно нормально. Ирочка, сейчас мы вам дадим домашнее задание, которое вы будете делать с нами вместе. Вы следующую свою работу просто зарисуете и нам пришлете с Вовой. Вы знаете наш телефон, да? Нет. Ну, у Паши узнаете. Ну, ладно, узнаю. Да? Паши пришлете, допустим, он допустим, вы гуляете по Софии. Допустим, вы нашли какой-то предмет, который вам нравится. Так невозможно нравится, что вы хотите его, ну, оставить в, ну, в своей картине. Значит, вы берете этот предмет. Ну, допустим, что там у нас в Софии есть. Ну, имейте в виду архитектуру или... Храм Александр Невский, например. Да, допустим, храм Александр Невский вам понравился, да, с какой-то... освещенной стороны красивой, там, по-моему, купол красивый, да? А-а-а. И вы хотите сделать его как, ну, любимому городу, любимый город, да, сделать. У-у-у. Вы пытаетесь этот храм сделать главным в своей работе. Я примерно, может, да. это будет груша какая-то на базаре, да, или слива, да? Ну, допустим, храм Александра Невского. Вы нам с Вовой зарисовывайте простым карандашом, вот я вам показываю, mm-hmm. карандашик и блокнот. Вы нам зарисовываете композиционный строй вашей картины, которая посвящена чему-то, mm-hmm. то, что вы хотите прославить. Понятно. И вы даже пишете, что там будет нарисовано, но лучше вот зарисовали и немножко написали. Мы вам скажем, что почистить, чего не надо рисовать, для того, чтобы главная идея работала. Понятно. Это мы с удовольствием вам подправим вашу будущую задум. Хорошо? Угу. Хорошо. Спасибо вам огромное. Огромное. Спасибо, Ирина. Всего вам хорошего. Буду передавать Людмиле Соломатовой слово. Включил вам... Сейчас включу звук. Кто-то он не включается.
Алло. О, здравствуйте, Людочка. Здравствуйте. Вы откуда? Я сейчас в Швейцарии живу, город Мольс, на берегу озера. Красивое очень у нас солнце разливается. В общем, у нас сегодня прекрасная погода. Вот. Но у меня на самом деле очень давняя дружба с вами. Она такая заочная. Она на самом деле, ну, то же самое, слова восторга. И тоже у меня жизнь разделилась на до и после. То есть присоединяюсь к словам там. Где... Город Моль? Город как? Мольс. Это Мольс. Около Валенштата, Валензее, тут озеро такое. Вот. А озеро как называется? Валензее. Ух ты! Валензее. Я был 10 лет назад в Швейцарии туром. Очень красивая страна. Я вообще на самом деле не знаю. Я могу показать вам пейзаж, как это. Будет видно или нет? Будет, конечно. Ой-ой-ой, какая очень красота. Мы обожаем как... ваши места, обожаем. Приезжайте, всегда рады. Хорошо. Вот. Покажите парочку работочек, Люда. Вот, работы у меня такие, как бы, сильно не критикуйте, у меня и копии, и, в общем, всякое такое. Как сказать, у меня весь смысл вопроса сейчас сложится так, чтобы вы мне сказали, вообще мне надо этим заниматься или нет. Это у меня как медитативная... Несомненно надо. Медитативная работа такая, как бы... Ну, я разная, что только не делаем. Ну, и там... И море, и просто мне очень нравятся деревья. Вот эта работа, вот, деревья, это у нас есть такие деревья, которые зимой, и они покрываются такими белыми цветочками. Вот. А это когда еще в арбатские дворики, пока там еще не было всего застроено. Вы из Москвы, да, Людочка? Вы вообще-то из Москвы? Да, да. Угу. Ага. А это эти самые, здешние такие бывают, такие часовенки. И, в общем, пейзаж такой. Ну, это вот графику какую-то я пыталась что-то там лепить. Людочка, ну, вы состоявшаяся художница, что можно сказать. А это вот... Покажите вашу любимую работу. Любимая. Ну, любимая, только вы сейчас меня не ругайте, она вот эта. Вы икону рисуете, скучаете за Россией, да? Есть такая буква. Ну, как бы это такое духовное, наверное, начало. Оно у всех нас. Есть такая штука, это вот тоже, ну, вам тоже известный товарищ, да, Марк Шагал. Да. Ну, в общем, так, это вопрос один только у меня. Вопрос. Насколько, ну, а вот я, кстати, еще батик делала. Ну, то есть и техник всяких разных много, ну, вот батик, ирисы. Вопрос, вот. Людочка. Вопрос один. Надо заниматься или нет, я уже озвучила, ну, вы вроде бы как ответили. Вы знаете, я вам скажу такое, что вы человек отдельный от других людей. Вы понимаете, что через вас Господь Бог диктует красоту на эту землю. Что значит не надо? Надо, да еще как надо. Вы же просто вот даже ваш облик прямо светится любовью и добротой. Но, конечно же, чуть-чуть надо оттачивать. В любом случае, скажите мне, пожалуйста, у вас есть цель какая-то? В итоге, кем вы себя видите? В итоге. Ну, через 5-10 лет. Я на самом деле занимаюсь сейчас психотерапией, очень активно учусь. Да, да. Но курсы ваши у меня тоже есть, я покупала. Еще тогда, когда вы делали на Пасху, помните, если там были перепелиные яйца? Такая была картина. Вот. Она очень красивая, такая там березовые веточки и пейзаж. И это мне очень напомнило. Мы были когда и в Дрездене, и в Мюнхене. Меня очень поразила живопись. Впервые я когда увидела живопись, средневековье, можно так сказать, я была очень поражена. У нас в России мало очень этой живописи. И там очень много вот этого наложения пейзажа и натюрморта, и человека. То есть все это так... совокупности, и мне это очень напомнило вашу технику, ну и у вас обращение к старым мастерам. И это, естественно, позиционируется все вместе как что-то монументальное. Вот вы говорите, мы не умеем. А мне кажется, вы настолько монументальные в смысле воздействия. Ваши картины очень сильно воздействуют, эмоционально прям вот бьют в самое сердце. Это Люденька, я очень рада, что мы побудили вас, вдохновили вас развивать свое творчество. Но вы чувствуете, как вы ощупью идете внутрь к самой себе. Посмотрите,
я парочку советов вам даю. На первый вопрос я ответила, несомненно, действовать в этом направлении. Парочку советов вам даю. Смотрите, вы как художник, который идет пока не уверенно, дай мне чуть-чуть глоток. Сейчас, 2 секунды, глоток чая. Приятного. Спасибо. Смотрите, пишите себе, что вам надо сделать. Первым делом вы должны попробовать, ну, конечно же, себе возьмите блокнот большой, в который вы будете все писать о себе, как о художнике. Да? Вы психотерапевт, да, но вам пора визуализировать свои мысли. Вы хотите это делать, и у вас это прекрасно получается. Другое дело, что вы еще точно не знаете, кто вы. Натюрмортист, пейзажист, портретист, композитор, человек, который пробуждает деревья, да, к тому, чтобы они росли. Да? Ну, картина. Облака, что летят или что, подводный мир, вы еще не знаете. Поэтому вы найдите, пожалуйста, в себе силы расслабиться где-то, сесть, да, в каком-то своем месте прекрасном и начать в свою книгу писать о себе. Вот так все подряд начинайте писать, окружите себя своими картинами, начинайте писать. Я через там 5-10 лет. Кто? Я знаменитый художник, который ввел людей, допустим, в состояние роста дерева. Вот прислушайтесь к себе, что вы хотите рисовать. Да? То есть дерево вцепилось корнями в землю, через ствол повело свои все соки и расцвело в небо, цепляя облака. Да? Вот, допустим, пишите, но из себя, пожалуйста, я до сих пор не знаю, где вы кайфуете, в натюрморте. Поэтому я вам сказала, покажите любимую работу, давайте еще раз, покажите любимую работу. Не думаю. Вы будете смеяться, но она вот эта. Вот это значит, вы интерьерщица, и, пожалуйста, вот книга, которую надо купить, да? Хорошего качества Ван Гога и с ним дружить. Да? Ну, мы были у него и в музее, и в его Орли, то есть везде там, и все эти его натуры, с которых он рисовал. Ну, все это, я была поражена, как эти танцуют там оливы, они такие все вот такие вот танцующие. Ну, в общем, на самом деле это очень впечатляет. Это ваш любимый художник, да? Давайте не совсем. Не могу так сказать. Мне что нравится цвет. Как, вообще я люблю сочетание цвета, как сказать, вот как бы придумывать сочетание, вот колористика. Вот это мне очень... мне не важно, какое, что именно, не важно, это натюрморт, или это море, или это что-то еще. Мне очень нравится смешивать краски и получать что-то вот колористику такую. Ну, у Людмилы своя колористика. Своя колористика или вот Ленин курс по колористике? Ленин курс есть. Нет, Ленин курс колористики у меня нет. У меня есть другие курсы, которые, вот, так сказать, ну, на конкретные картины. Раньше у вас так были курсы построены. Вот последнее время настолько появилось много материала, я теряюсь, я не знаю, что мне взять из этого всего, чтобы как-то вот двинуться. И вот такой некий стопор присутствует. Лена, ну посоветуй, что Людмила сделает. Смотрите, по цвету у Люды замечательно все. Я хочу знать, где вы кайфуете, на какой территории, что изображая. Территория цвета, на самом деле, мне все равно. Территория цвета, но этот цвет на чем-то должен лежать, да, на цветах. Природа. Пейзаж, да, допустим. Ну, вас... без архитектуры и без людей они не существуют. Ну, то есть так получается, вот глобально все. Конечно. Людочка, ну давайте так. Значит, у меня есть, у нас с Вовой есть такой разбор, там, где мы выбираем цветовые, как называются эти градации цвета по Ван Гогу. У меня есть такой. Именно по Ван Гогу, это то, что вам надо. Там есть и 4 художников. Репина, Ван Гога, Клода Моне и Врубеля. Там есть 4 кубика. Принеси кубики эти, они там стоят.
на этом вот. Сейчас я скажу, на складе. Сейчас, ну, Вова, сейчас... знает, Паша подберет. Смотрите, Люда, вы возьмите этот курс, и вы увидите, насколько мало художников есть по миру, которые сделали обращение к людям через цвет. Понимаете? Не через то, что они рисуют, а они цветом забазаривают с нами. Вы понимаете? Мы стоим перед живым Ван Гогом, да, допустим, в Лувре, да, стоим перед живым Ван Гогом, и мы через его цветосочетание получаем счастье. У вас есть это, у вас есть это, понимаете? Поэтому, чтобы вы не рисовали, цвет должен быть у вас штампом. И там идет 4 штампа, да, 4 художников. Пусть выучите эти все цвета, которые мы там действовали. И где-то отдельно есть по Брейгелю тоже эти кубики. Там, где мы изучаем вот просто, какие цвета смешивают. Есть хоть одна? Все, ты не можешь найти. У Паши найдете это. Елена, надо дальше переходить, потому что... Да, сейчас я Людмиле еще один. Люда, вам просто еще один такую просьбу. Никогда не рисуем с фотографии, с натуры. У вас там такие горы. Да возьмите, выйдите просто и вот так вот нашлепайте цветовое отношение горы, домика, сада утром. Потом чуть-чуть в другой территории горы, домика, сада в обед и вечером. Или как Мане я делаю. Так. Да, работайте, ну, с натурой, пожалуйста. Да. Потому что залипуха же нам не нужна, и позор, когда мы срисовываем с чужих фотографий. Это сразу минус нашей работе, и мы как бы не доедаем пищу других людей, да, мы себе новенькое все готовим. Не, и кайф большой, когда ты сам сделаешь, из природы вытащишь это больший кайф, абсолютное открытие. Но на самом деле, как вот вы вопрос задали, что я хочу? Я хочу, чтобы мои картины, скажем так, вот, стремиться к тому, чтобы они эмоционально радовали людей, вот так. Чтобы не размышления философские какие-то, вот как у Мунка, что-то такое, а чтобы человек подходил, медитировал, у него повышалось настроение, вот так. Так через это же цвет. И есть арт-терапия. Да, через цвет, Людочка, у вас получится обязательно. Только выработайте себе свое, вот на листике, ну, в книжечке напишите себе все. Обязательно. Кто вы, и начинайте действовать. Ну, вот как раз курс «Цветовые мистерии старых мастеров» как раз по теме будут. Сейчас, хорошо. Мы все. Сейчас держим... Спасибо огромное. Спасибо, Людмила. Мы сейчас приедете в Грибовку к нам, разовьем ваш талант. Все приедут в Грибовку, главное, чтобы карантин закончился и успокоилась вся эта ситуация. Да, мы сейчас на время карантина продолжаем держать скидку 50% на все наши курсы и уроки, поэтому... Ого, Паша, ты людям подарки делаешь? Паша борется тоже. Конечно. Я сейчас передам слово Ирине. Тихо. Так, Ирину слышно, все. Здравствуйте. Я не вижу тебя. А зачем тебе сказать? Ирина, вас слышно. Здравствуйте. Покажите мне Ирину. Сейчас Владимир сделает на весь экран. Покажи мне Ирину. Чтобы я учителей видела. А, вижу, сейчас. Да, видим Ирину. Ирочка, здравствуйте. Здравствуйте. Мужчина, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Вы откуда, ребята? Ирина помогает мне. Ира, я вас знаю. Потому что я вас не видела, да. Вы откуда? Я на данное время живу в Золотоноше. Городок Золотоноша, Черкасская область. Какая? Черкасская. Ага. Ирочка, а как ваша фамилия? Сирота. Ага. Ира, мы, по-моему, когда-то виделись с вами. Да, виделись один раз. Ага. Я была у вас осенью. Отлично. Ирочка, ваши вопросы и ваши работы. Так, сначала вопросы или работы? Работы. Да. Ну вот последнюю сейчас покажу. Не знаю.
показываешь. Я даже не вижу, как я себя... Ближе, ближе, Ируня, ближе. Отлично. Все вижу. Еще что-то хотите показать? Так. Ниже чуть-чуть. Ниже чуть-чуть. Покажите. Так. Ох, ты же... Еще что-то хотите показать, Ирочка? Ну, еще полурока у меня две есть. Вот, вот такая. Угу. Видно, да? Потому что я не вижу в экране. Я очень технически слабый человек. Покажите, Ир. Угу. Так, Иронька, ну-ка задавайте вопросы ваши. Первый вопрос. Первый вопрос. Что значит воздушная картина? И как создать воздух в картине? Угу. Ира, что значит воздушная картина? Я себе записала, это такой вопрос крутой. Вовочка, ты что-то хочешь сказать? Ну, давай, давай. По воздушной картине. Иронька, смотрите, воздушная картина – это то, чего не хватает в вашей технике. Значит, надо пробовать, Иронька, вы монументалистка. Вот я посмотрела на ваши работы, это очень хорошее качество. Вы, если рисуете горшок, то он уверенно стоит тяжелый, да, и он настолько достоверный и правильный, что его можно немножко, как вам сказать, расплавить, да, его можно немножко не дописать. И вот смотрите, еще раз вам говорю, что наша техника предусматривает движение кисти малого действия, движение ножа мелкого, малого архитектурного, конструктивного действия, движение носка, мало всего делаем, да, не переписываем его, а наоборот его делаем, как, знаете, сквозь дымку или сквозь воздух. Напишите себе главное слово, это воздух, да. Как вы относитесь к работам Михаила Врубеля? Вам нравится? Нет, не нравится. Скажите, нет, не то, что не нравится, я просто не смотрела его работы. Если хорошо, запишите себе посмотреть работы Михаила Врубеля. Это человек, который работал маленькими мазками, но он себе говорил, все, что я рисую, обкручено воздухом, понимаете, световоздушная среда. Поэтому, если вы хотите сильно что-то написать, вот, допустим, яблоко, да, написать его до конца, вы его до конца допишете, но зритель не захочет на него смотреть. А если вы у этого яблочка напишете 10% этого яблочка, зритель подойдет и скажет, так, сейчас-ка я попробую домыслить это яблочко и домыслю его в своем понимании красоты. Вы понимаете, художник не должен изъясняться до буквы «Я». Он должен изъясняться до буквы «Г». И все. Дальше пусть зритель. Вы понимаете? Я понимаю, но вот именно это у меня и не получается. Ну... Я пытаюсь изо всех сил, не получается. Прекрасное, прекрасное действие. Если вы хорошая ученица и действуете по нашим законам, у нас есть территория, бейте себя по рукам. Хотите дописать светотень яблока? Чуть-чуть мазок поставьте и уйдите. Не дописывайте, не домучивайте предмет. Дальше. Вам не хватает конструкции. Вы все надуваете и гонитесь за объемом. А надо гнаться за внутренней составляющей. Вот посмотрите, у меня книга
и карандашный портрет 16 века. То есть они карандашом работали так, как будто бы они знают, какой скелет у этого человека, какие кости, какие мышцы, какие вставления зубов. А потом только кожу одевают и глаз вставляют. То же самое у ваших предметов. Надо немножко конструктивности больше. И не дописывать. Не дописывать. Что касается воздуха картины, то вот наш подмалевок, с которого мы начинаем работу, это и есть тот воздух картины, в который вы вписываете предметы. Не наоборот, сначала нарисовали предмет, а потом окружили его воздухом, понимаете? Я так делаю, как вы, да. Правильно, вы все правильно делаете. Ну вот в этой картине, как дописать воздух? Вот в этой. Ну, он не дописывается, он у вас изначально есть, вот в подмалевке. Просто вы слишком монументально подходите к самим предметам. И это уже... хорошо. Это как один из путей просто. Супер. Кто-то вот на импрессионе, как предыдущие участники, там, на природных качествах, а кто-то любит монументальные предметы, поэтому вы цепляйтесь именно за то, держитесь того, что вам свойственно, раз монументализм свойственен, это нормально. А воздух у вас есть. Просто как вписать уже потом, ну вот теми приемами, которые у нас там в каждом мастер-классе, вот Лена показывает. Смотрите, вот эти вот ваши замечательные весенние цветы, да очень легко возьмете и просто допишите тоненькой кисточкой немножко графическую информацию. Я хочу вам сделать большой комплимент. Знаете что, Ира, вы... Ира, послушайте, я хочу сделать вам большой комплимент, потому что вы имеете склад ума мужской. Вы понимаете, ваши предметы достоверны, тяжелы и правильно. Наоборот, надо подпуститься немножко к эмоциональной составляющей. То есть вот этот натюрмортик, вы же можете взять тоненькую кисточку и немножко расцвести в сторону подмалевка маленькими графическими вот этими же цветами. Вы посмотрите, вы их знаете, конструкцию, я верю этим цветам. Это интеллектуальная составляющая у женщины. Обычно она у нас отсутствует, и мы ее воспитываем, а у вас есть. Вы держитесь за ваше качество, мужское такое. Вы понимаете, вы действуете математическим образом. Вам, наоборот, надо немножко эмоции подпустить. Где-то неправильности, где-то графического... сейчас я покажу вам одну работку. Сейчас. Вы понимаете, что мы все разные. И вот смотрите, сейчас я вам покажу такую вот территорию цветов, которую эмоционально я дописывала в сторону подмалевка. Видите, хризантемки-то есть, да, основные. А дальше идите себе и в сторону подмалевка мелкими, почти графическими, может быть, где-то неправильными цветочками, расцветайте этот букет. То есть вам надо немножечко начать действовать как женщина, ну, которая не имеет мозгов, так? Которая, да. которая только имеет эмоцию любви, да? Ну, как мозгов. И не надо, да, так у вас не есть. Так. У вас сильно много этого. Вам надо немножко расслабиться. И давайте вот этот букет, вы его расцветете, а потом пришлете нам уже, когда он расцвел, в сторону подмалевка. Подмалевок не трогайте, он хороший. Еще одна ошибочка. Никогда подмалевок не должен очерчивать темным облаком эти цветы. Там он должен своей жизнью жить, тот подмалевок. Но если вы уже так это вуалькой навьючили там, то пустите туда мелких, таких легких графических почти, и таких чуть-чуть поникших, чуть-чуть неправильных.
эмоциональности. Посмотрите, какой у вас стол. 100% светотень у стола тоже. Дайте немножко мягче переход от горизонтальной к вертикальной. И смотрите, где ваша улыбка, а? Ирочка, улыбайся. Я мало улыбаюсь. Красивая очень. Все, Ирина, используем свои хорошие качества и действуем дальше. Что вас дальше интересует, кроме натюрмортов и цветов? Меня цветы интересуют очень. Давайте цветы. Да. Значит, такой вопрос. Можно ли в натюрморте с цветами нарисовать маленькую статуэтку ангелочка? Нет, нельзя. А почему? Это ангелочка. Вот я недавно разговаривала с кем-то из студенток своих. Там, где рядом с телефоном были статуэтки. Нельзя. Они сами по себе, эти статуэтки, уже произведение искусства. Рядом с цветами рисуйте предмет, который не будет соперничать с этими цветами. И будет простой и обыкновенный. Допустим, какая-то записочка или какая-то маленькая открытая книжечка. То, что подскажет вам ваш букет. Что-то маленькое, которое не затмит вот эту вот цветочную территорию. Спасибо, спасибо. А еще можно один вопросик? Конечно. Вот из какого сочетания красок можно получить красивый холодный серый и красивый холодный теплый? Так, быстренько идете, знаете куда? Есть у Паши урок, который называется «Цветовые предпочтения Брегеля». Там 16 серых цветов. Это вам просто, я им сама пользуюсь, этим математическим нашим штампом, и я советую всем девушкам и юношам, кто хочет развить свое цветовое разнообразие, действовать по поводу вот этих вот цветовых поисков. Там 16 серых цветов брейгелевского, ну, как Брейгель делал, мы ездили, видели в натуре, и мы записывали, какими... Потом приехали в Одессу и исполнили 16 серых брейгелевских цветов. Если рядом с вами будут эти кубики этих цветов, вы всегда можете, ну, с подписями, какие там цвета, ну, соединяются. Мы себе даже понятия не имели, что ультрамарин можно смешать с охрой. И вдруг смешали, и получилось хорошо. Понятно, спасибо. И еще один вопросик, если можно, еще последний. Папа разрешает, пожалуйста. Вот в этой картине с незабудками, вот да. Она как в лоб получилась или нет? Она, там есть ошибочки, но вы знаете, если я сейчас начну перечислять эти ошибочки, то, ну, исправлять нет смысла, Ирин. Давайте дальше действовать правильно, да? Если вы хотите своевольничать, когда вы делаете, ну, за мной какую-то работу, то считайте, что вы, возможно, можете уйти в состояние ошибки. Это же нереально, если она будет так выкидывать, то смысл. Поэтому, Ирочка, смотрите, еще есть, знаете что, если вы хотите вот такие вот все мелочи знать, безошибочного действия в живописи... Да, ну, я скажу, мы сейчас после этого вебинара продадим как минимум. Паша, что-то там ты кричишь, тихо. Ой, а меня не слышно, да, меня слышно. Смотри. Меня слышно, уберись. А, ты еще продолжаешь, я просто... У нас есть 25 фрагментарных ситуаций. Знаете, называть его? Да. Там я что купила. Умничка. Вот там все, чтобы не зайти в ошибки. Mm-hmm. Вот в этой работе она хорошая, оставьте ее на данном этапе. Она переписана много. А уже следующие работы вы с учетом знаний, чтобы не уйти в неправильность. Вот, допустим, там одна из главных ошибок в этой работке, что горшок и стол написаны одинаковой силы, одинаковыми красками. Я не знаю, куда смотреть. Понимаете? Но если вы будете идти безошибочно со своим талантом мыслительным, у вас очень хороший мыслительный талант, держите. Ну,
немножко развивайте эмоционального. Хорошо? Лен, спасибо вам огромное. Не ходить, у нас много. Успехов вам. Спасибо, Ирина. Так, Танечка Безумова. Я не могу. О, вижу вас и слышу, наверное, да? Здравствуйте. Здравствуйте, слышите? Да, все отлично слышно. Елена? Здравствуйте. Танечка, здравствуйте. Здравствуйте все. Елена, Владимир. Меня зовут Татьяна Безумова, Екатеринбург. Да, Танечка, вы у нас уже были, да, в прошлый раз? Мы были с вами на консультации в общении. А, вот кто у нас. На двух консультациях. В общем, так как уже на многие вопросы вы ответили, поэтому я задам такой краткий вопрос от себя и покажу вот свои яблоки. Приблизить или так видно? А, вот, Танюша, привет. Сейчас только появилось изображение, поэтому... Покажите яблоки. Я поближе покажу. Да. Лена мне задавала задание триптих сделать по яблокам. Так. И у меня вопрос сейчас будет связан как раз с веточкой, потому что мне понравилось писать веточки. Отлично. Еще. Вот видите, какая вы исполнительная. Ну, замечательный триптих получился. Вот, у меня вопрос связан как раз с ветками. Насколько любая фруктовая ветка, плоды, ягоды могут быть самодостаточным натюрмортом? И какой фон может быть интересен, вот, кроме пейзажа, кроме деревьев, кроме гор в этом случае? Какой может быть фон? Меня иногда вымучивает посуда, сосуды, фраже, и хочется вот так вот себя как-то отпустить на волю. Вот это вот когда отпускаешь себя на волю. Ну, красиво, чего нет. Так, вот, и может ли это считаться самодостаточным таким натюрмортиком? И еще второй вопрос о колористике сразу, потому что вот как раз здесь видно, что у меня все зеленое. Когда мы берем араратскую зеленую, и все вами рекомендованные, то получается у меня вообще сейчас все картины зеленые почему-то. Вовочка ответит. Что? На этот вопрос. Или нет? Давай, Кулыча, это что, по натюрморту, Лена, давай. Лена, смотрите. Это Таня. Танечка, смотрите. Насчет ваших яблок триптиха. Скажите мне, они лежали перед вами снаружи? Да. Да, конечно. А, второй вопрос. Не вопрос, а утверждение. Они подружки, эти яблоки, или они борются друг с другом? Или они отдельно друг от друга из разных семей? Для меня они были подружки. Может быть, такое ощущение, что из разных семей. Не знаю. Так вот, рисуя первое яблоко, вы второе яблоко, ну, это пожелание, да, работки хорошие. Вы второе яблоко подрисовываете к первому как неразлучных, да? Mm-hmm. Третье яблоко вы подрисовываете к первым двум в семью, да, в семью вошло третье яблоко. Четвертое и пятое немножечко тоже в этой семье, ну, так-то чуть-чуть ушли на горизонт, чуть-чуть, да, или на периферию. Вот в этом, да, как вам сказать, философская составляющая, чтобы они не были из разных семей и дворянских родов, да, или сельских родов, да. Вот это маленькая такая ошибочка. Как можно это исправить? Конечно же, этими ветками и листьями. Ну, конечно, это если изначально не делать, потом трудно между ними что-то сделать, что их свяжет. Поэтому вот это запомните, этот философский принцип. Если мы рисуем человека какого-то, а потом рисуем второго человека, то зачем мы рисуем
если он к первому не имеет никакого отношения. Это философский принцип во всех картинах. Соединение интеллектуальной составляющей друг с другом. То ли это натюрморт, да? Для чего следующий предмет? Для того, чтобы он каким-то образом воздействовал на первые два предмета. Понимаете? Вот это ошибочка. Второе. У вас однообразие цвета, вы сказали, да? И я верю. Наш натюрмортный, наш цветовой ряд не такой уж сильно и большой. И если даже составить этот наш цветовой ряд, мы имеем право действовать различными цветосоединениями. Значит, надо опять же взять вот этот курс, там, где мы работаем с цветом, у четырех художников. У Ван Гога, у Репина, у Клода Моне и у Врубеля. Это цветовики несомненные. Вот, допустим, если взять Эндрю Уайта, да, мы у него не берем цвет, потому что он, ну, он график, да, он классный, конечно, график, вот он. Ну, я понимаю, там монохрома много, да. Да, монохрома много. Наш монохром от нас никуда не денется, но чтобы прыгнуть в другие цветосочетания, мы должны попробовать, как это делают другие мастера, которые в этом достигли очень многого. Да? А веточки, сделайте, пожалуйста, с натуры пару веток и туда их впишите немножко. Опять же, с разрешения яблок. Какие фоны могут быть? Не про фоны. Я вот хотел процитировать Лену. Может быть, вы знаете, она вот часто просит сформировать линию поклона. Вот ваши яблочки, они формируют вот такую вот линию, как люди выходят на поклон, на сцену. Вот. И она должна быть сгармонирована, вот эта линия. Они не должны быть сильно друг от друга отделены. Вот у вас там есть слишком много промежутков неоправданных. Они должны хотя бы чуть-чуть перекрывать друг друга. Или использовать веточки, которые их соединяют. Вот линию поклона вот продумывайте всегда. Насколько она гармонична? Я об этом помнила. Да, я помнила об этом и смотрела на картины Елены. Но, видимо, это еще надо... Ну, это опыт, да. Просто как бы обращаем это внимание. Никогда яблочки не должны быть. У вас там есть два яблочка на одной высоте. Они хотя бы чуть-чуть должны быть разнесены. Одно чуть ближе, другое чуть дальше. Вот. Я бы сделал, знаете, какое упражнение? Вот сделал бы, повырезал бы аппликацию такой, 5 яблочек, и на листе бумаги А4, допустим, вырезал бы 5 зеленых яблочек и покомпоновал их. Скомпоновал, сделал фотографию там на смартфон, и вот сделал бы такой ряд снимок, штук 10, да? Чтобы посмотреть, приучить себя к гармонии между 5 раздельными предметами. Вот такие аппликации. Это очень полезное упражнение. Это я вам чисто практически советую, что можно сделать, чтобы поднять свое видение. Да, я поняла. Анечка, композиция, может, хромает у меня, хотя я рисую эскизы. Сделайте, если вы любите ветки, обязательно сделайте эту вязанку дров. Она у нас там стоит. Принесешь? Да. Это, кстати, всем было бы хорошо. Те, кто хочет как следует и правильно рисовать, надо обязательно попробовать сделать эту вязанку дров. Знаете, когда дрова спиливают, она должна быть перед вами. Хотите, возьмите, конечно, мой этот урок с вязанкой дров, но вы это пройдете, там математическая составляющая идет. Но если у вас перед вами не будет лежать такая вязанка дров, то вы не поймете, как булочка в большой комнате на окне лежит вязанка дров настоящая. Настоящая. Вот. Елена, я вас поняла, у меня есть этот мастер-класс. Отлично. Но надо обязательно рядом положить, сейчас Вовочка принесет, вот такую, знаете, замотанную канатом вязанку. Я поняла, я схожу в лес и наберу веток. А лучше попилить их, чтобы вы видели спилы. Вот когда спиливают деревца, это круто.
У нас есть дача, я схожу в лес и принесу веток. Вот я сходил в лес и принес веток. Вот, обязательно вот такая должна быть перед вами. И, хорошо. И тем более, еще хорошо, что вы это спросили, я теперь буду всем советовать, когда идут следующие мастер-классы, вот сейчас идет «Лестница в небо», замечательные композиционные дела, соединение архитектуры, пейзажа и людей, но я бы хотела, чтобы вы смотрели определенный фильм, да, или о ком-то, как подготовительное действие к этому. И, конечно же, если мы рисуем цветы определенные, чтобы перед вами стояли примерно такие же цветы. Вы должны энергетически с вашего натюрмортного фонда подпитываться от этого предмета. Пусть даже вы рисуете по нашим урокам. Хорошо. Елена, а если я уже на природных фактурах делала вот эту вот дверцу печи, скажите мне, вязанку дров около чего можно сделать? Вязанка дров лучше всего на глинобите. Глинобитная стена и деревянный пол. Хорошо. Вопрос еще, Танюша? У меня еще вопрос по тому... Вот, например, мне говорят, что это мрачно. Скажите мне, пожалуйста, это мрачно? Нет. Это замечательно. По цвету просто Ван Гог стопроцентный. Ну вот я бы территорию света, вот светлые пятна на вот этих фрагментах ананаса, сделал бы больше эту территорию света. Да. Вот она у вас занимает сейчас примерно 25%, а я бы сделал 50%. Угу. Знаете, что я имею в виду? Вот. Угу. Ну, замечательно, что контрастно, все. Вот Лена просила вот так... очень тихо делать. Ну, тихого уже не получится, потому что вы сделали уже громко, так? Фон. То есть я имею в виду, да, фона много, и для того, чтобы оправдать это, территорию света, ну, не таких ярких, как в свету у вас на ананасе, а вот таких полутональных. Еще последний маленький вопрос. Быть вот такие вот розы в саду без вазы? Ну, придется укоренить где-то. Без вазы напоминает роспись тканей. Нам надо верить, откуда они идут. Найдите себе. У тебя же есть розы, но там укорененные. Ну, надо укоренить по чуть-чуть. Блин, есть такая работа, но там длинные стебли, и они укорененные. То есть они оправданы, что... А тут непонятно, откуда они как бы растут. Леночка, поэтому ананасу он замечательный. И никогда не слушайте, кто вам что скажет. У людей будет мнение беспрерывное, да? Вы должны себе угодить, а вы очень красивую работу сделали. Вот этот фон замечательный. Единственное, что, чтобы было оправдано, что он сдвинут, возьмите немножко падающую тень, сделайте налево, и чуть-чуть стол, капелюшку, хоть немножко другого тона возьмите или цвета. Чтобы не был он прибит к стене, хорошо? Хорошо. Вертикальная, горизонтальная. Ну все, Танечка, продолжайте. Благодарю. Да. Спасибо, Татьяна. Наталья Постникова, вы готовы? Я вот включу звук. Просто видео многих. Сейчас пойду. Сейчас я переключу. Наталья. А ты переключишь? Кто, Паша? Паша, тебе не кажется, что мы уже 2 часа говорим? Да, потому что очень вы затягиваете разговор с каждым человеком. Немножко короче. У меня уже горло не говорит. Зато тонна полезной информации. Так, у нас Наталью мы не слышим, не видим. Давайте дальше по списку тогда. Вот Алекс. Кто у нас? Алекс М. Давай, пойдем. В подвале он забрал. Не слышно. Пока учиться. Ваш звук. Кто у нас под именем Мастер Д? Мы были как-то на семинаре у Ильичевых
Ага. Еще нету работ, чтобы... Равиль, это вы, наверное, да? Да, это я, да. Пока нету, что именно показать, и вопросов как таковых нету, но чтобы включиться в этот творческий поток, хотели посмотреть работы других учеников и в каком векторе люди движутся. Очень вдохновляет и очень много полезной информации почерпнули для себя. Хорошо, Равиль, спасибо. Я вам писал, кстати, на вашу просьбу по партнерской программе. WhatsApp сейчас занимаюсь этим вопросом. Здорово. Да, жду вашего ответа в WhatsApp. Я сегодня проверю, посмотрю. Спасибо. Хорошо, спасибо. Так, дальше включаемся. Вот iPhone Людмила. Я поэтому просил, подписывайте имена в Zoom свои, чтобы мы знали, с кем мы говорим. Так, iPhone Людмила ищет у нас. Или в чат пишите. Я готов, я готов. Так, вот юзер. Кто у нас юзер? Тоже микрофон включаю? Нету. Елена мне маякует, что она уже немножко устала. Владимир есть. Ну, понятно. Мы, у нас вообще было рассчитано на час. Мы уже проговорили два. Вот. Так. Кто у нас еще? Здесь микрофона вообще нету. Ну, смотрите, давайте сделаем так. Мы немножко подведем уже итог, потому что действительно мы хорошо сегодня поговорили. Много было информации от Елены и от Владимира. Я думаю, мы будем собираться вот так один раз в неделю, обсуждать вопросы. Вы себе в течение недели можете тоже выписывать вопросы, которые вы хотите задать Елене и Владимиру. И, конечно, прорабатывать те рекомендации, которые вы получили на этой конференции. В принципе, все. Давайте тогда будем завершать. Даже будет запись у нас этой конференции. Можно будет потом пересмотреть, если кому интересно. Мы всех очень рады видеть. Присоединяйтесь. Пишите свои рекомендации. Мы со своей стороны продолжаем работу и останавливаемся. От себя скажу, что разрабатываем новую онлайн-платформу, на которой будет представлен совершенно новый обновленный интерфейс как вебинаров, так и видеоуроков. Будет новый каталог с глубоким алгоритмом фильтров, чтобы вы могли для себя найти видеоуроки и онлайн-курсы быстро. Вот. А сейчас, ну что, присоединяйтесь к тому, что мы можем предложить, да, с максимальной скидкой 50% на весь каталог уже записанных уроков. Вебинары продолжаются так же, как и продолжались. На этот месяц планируется еще один цветочный вебинар. Сейчас вот мы ромашки записали. Елена хочет ландыши. Ну, ждем ландыши сами, чтобы они были вживую. Вот. Поэтому всем спасибо. Два продуктивных часа у нас есть. Всем желаем крепкого здоровья. Скорейшего завершения карантина. Елена уже ко мне спустилась в андеграунд. Всем счастливо. И помните, что вы люди, которые делают остальных людей счастливее. Никогда не сомневайтесь в своем предназначении. Действуйте дальше. А профессионализм – это дело наживное. Спасибо. Все. Всем счастливо. Буду завершать.